Если вы подумали, что здесь рай, то это вряд ли. На самом деле, третий день на работу. Ну, я спал всего лишь где-то 4 часа. Первый день 3 часа, второй день 4 часа. Ну, это сам поздно лег спать. Как бы неохота было спать, не хотелось. Поэтому, если, конечно, высыпаться, то может организм быстро восстановиться. Вот. Ничего такого плохого в этом нету. А физически нагрузки как бы тоже неощутимы, но там, на этой работе, очень много звуков. Очень много посторонних звуков, которые целый день давят на голову. Фактически такой звук шумный. Ну, опять же, смотря куда, если попадете. Вот. Тут очень много приезжих девушек. Это так, на заметку для парней, кто, если вдруг захочет познакомиться, либо остаться тут и найти себе вторую половинку, да, тут очень много девушек. Также я могу сказать про парней. Поэтому приехать и начать новую жизнь. Это все реально в Польше.